Друзья, давайте поприветствуем друг друга для начала. Да. Второй у нас турнир Куба букмекера «Бои на выживание. Лига Тафай». Давайте еще раз поприветствуем всех участников. Сегодня сейчас пройдет церемония взвешивания и регистрация основных участников турнира, который будет у нас проведен 15 октября. Завтра ночной клуб «Айкон» предоставил любезно свою площадку для проведения Кубка букмекера «Лига Тафайт». Аплодисменты. В Кубицах у нас находится директор, спортивный директор «Лиги Тафайт» Александр Колесников. Мы регистрировать ваш вес будет Александр Золкин, чемпион Соединенных Штатов Америки среди профессионалов. Да, он доплачивает мне за рекламу. Итак, дорогие друзья, к весам приглашается первая весовая категория. Напоминаю, у нас будет 5 весовых категорий. В лиге 60, 70, 80, 90 и, соответственно, королевский вес свыше 90 кг. Итак, первая весовая категория до 60 кг к весам приглашается Андрей Исаев, Бульбаш, Белоруссия. Да, прям на местах, понимаешь? Главное, что посередине. И напоминаю, дорогие друзья, когда вы взвеситесь, позирование на камеру, понятно, да? И потом дуэль взглядов. Килограммов, 600 граммов, Андрей Исаев, Бульбаш, Беларусь. Сам приглашается Худжабек Маматов по прозвищу Злой, Узбекистан. Пятьдесят девять килограммов ровно, Худжабек Маматов, Узбекистан. Вот так. Встань. И face to face. Давай. Окей. Спасибо. Аплодисменты. Лицом. Поднял. Шавкат Мадаминов. Вес. Вес до 70 килограммов. Прозвище Барера, город Казань, Россия. Шестьдесят восемь килограммов, 600 граммов. Шавкат Мадаминов. К весам приглашается Евгений Абдуразаков, Титан, Минск, Беларусь. Следующий кандидат, кто будет готовиться? Готовится весовая категория до 80 килограммов Федор Чудинов и Ильшат Кусмулгатов. 69,6. Евгений Абдуразаков. 69 килограммов, 600 граммов. Сюда лицо. Нет, сначала туда. Точку. Лицом я сижу. Молодцы, спасибо. Приглашает весам участников следующей весовой категории до 80 килограммов. Категория смерти, да? Группа смерти. Группа смерти, реально. Так, поприветствуем участников. Этому весу можно позавидовать от его смерти. Итак, Федор Чудинов, классик. Сербов, Россия. Сербов.
76,6. 76 килограммов 600 граммов. Федор Чудинов. Веса приглашается. Ильшат Хуснулгатин. Обама. Самара, Россия. Федор Чудинов, Классик и Ильшат Хуснулгатин, Обама. Серпухов, Россия и Самара, Россия. Весовая категория до 90 килограммов. Игорь Пилипенко, Пульман, Украина. Запорожье. 89,8. 89 килограммов 800 граммов. Игорь Пилипенко, Пульман. Веса приглашается. Михаил Тютерев, Волжанин. Россия. Восемьдесят восемь килограммов 600 граммов. Михаил Тютерев. Мы решим. Лицом. Поближе. Спасибо. Веса приглашается тяжелый вес свыше 90 килограммов. Ахрор Муралимов. Аха. Соединенные Штаты Америки. Немного истории. Боксер специально проделал столь долгий путь для того, чтобы принять участие в «107,4». 107 килограммов 400 граммов. Аха, Соединенные Штаты Америки. К весам приглашается Павел Гайтанов. Поправочки добрые. Таджикистан, Россия. 116,2. 116 килограммов 200 граммов ровно. Павел Гайтанов. Лицом к лицу, поближе. Спасибо. Итак, дорогие друзья, церемония взвешивания у нас закончилась. Завтра желаю всем без травм выйти из турнира. И пускай победит именно достойный.